premierea celor mai transparente localități, evaluare care a fost făcută la, la începutul lunii iunie, dacă nu mă înșel, ce se referă la autoritățile publice locale de nivelul 1, municipiul Bălți, care a dat un exemplu cum trebuie să arate acel portal web, pagină web și ce informații trebuie să fie publicate pe acele portaluri, inclusiv un exemplu bun de inițierea procedurii de publicare a contractelor de achiziții publice pe portalul web. В 2015 году предвыборная кампания Ренату Георгиевичу, когда приходил на, как кандидат на мэра муниципия Бельц, очень четко указал, то, что из многочисленных задач он обозначил первую задачу, чтобы примария муниципия Бельц стала самой транспарентной примарией в Республике Молдова. То есть, судя по старой статистике, да, по транспарентности, по открытости в работе, в 2015-2016 году премьер муниципия Бельц было где-то на 20 или на 30 месте. То есть у нас был вообще балл С-. Вот в 2017 году, после двух лет кропотливой работы и после определения первоначальных задач, то есть по тем частям, которые сделался этот опрос и был опубликован этот результат, в конечном итоге нам дали высший балл А+, то есть от 80 до 100% это высший балл А+. То есть муниципий Бельц впервые в истории Республики Молдова стал самым транспарентным городом. Хотя по определенным разделам, то есть там определились общие баллы в зависимости от администрации муниципальной собственности, от открытости по закупке из публичных денег, социальные вопросы, так и другие разделы. Ну, конечно же, самый такой низкий пока что идет речь об уровне привлечения инвестиций. Но сравнительно с другими городами, то есть мы по-любому на высшем уровне, и в частности на этом разделе очень плотно работаем. Также сегодня было высказывание о том, что все-таки поднятие вот такого уровня все-таки зависит от главы города. Потому что даже взять конкретные факты, сам персонал мэрии, он не поменялся. То есть те, которые в большинстве работали до 2015 года, да, после изменения руководства в муниципе Бельц, тот же, в принципе, персонал сохранился до сегодняшнего дня, но с изменением главы города вы видите уже какие результаты. То есть за один год подняться от балла С- до А+, это в частности ключевая роль все-таки руководителя города, который ставит правильные акценты. И самое главное, что он помнит о своих обязательствах, которые он брал на себя в предвыборной кампании на местных выборах по избранию мэра муниципия Бельц. У нас оценка А+, то есть 80 чем-то процентов. Я уверен, что у нас будет 100%, если Ренат Георгиевич вернется домой.